Это автотехника. А, автотехника, да. Ну, я же тогда встречал. Конечно, она взрослая. Ей 5 лет было тогда. Это в моем возрасте. Не, ну почему в твоем возрасте? Скоро 60. Серьезно? Это Тамбик, это Тамбик. В этом году по октябре будет. Ага, да. Как ты? Как хорошо выглядишь. Прекрасно выглядишь. Как хорошо выглядишь, это он ухаживает, а? Да, Терик, это была... А Терик была очень маленькая. Просто такая же, это ее дочка. Твоя дочка, да? Да. Моя сахуровды, да, Роберт и Шемс, да, кучащи. Там говорит, хоро, картвели, хоро, да, ну, да, мере, там умер пана, тавистан сахши, да, чарши, бунебрюя, мудвиот кшия, мудвиот ксива, да, гинда, патронова, да, а экси твера цаквихави, фактурат ховол дгер, Роберт на хазмикас на даудиоди, да, патронов, да, рогорс, тавист швилс, а и кучащи гацнобилас, и адамиенс, да, бунебрюя, а если харшеме злочмеденши, ჩამოსული ყავი და არ მენახა რობერტი და ჰასმიკა და ბავშვები ახლა ის შვილიშვილებსაც ხედავთ მაშინ იყვნენ აი ამ გოგოს ხელა იყო თატევი კი იყო ამ გოგოს ხელა და აი ეს არის ის ურთიერთობა რომელიც ქართველებსა და სომხებს შორის არსებობს ანუ ადამიანმა ქუჩაში დაინახა ქართველი ჯარისკაცი მიხედა და ექვსი თვე პატრონობდა ესეთი იყო ეს ურთიერთობა და მე მინდა და მაგალო მეთქვა ჰასმიკასთვის და Потом я как услышал с грузинским акцент, я, это, как говорится, по счастливой судьбе, я родился в Грузии, в Калхете. Это, я не знал этого. Да. Ты с долгого времени не скрывал, да? Нет, не скрывал, это может не помнить. Мама знает. То есть отцу мою отправили туда, в Калхете, Цитилицхару. Мама была беременна мною, и я там родился. Это, наверное, с воздухом или с чем, это вошло у меня в кровь тоже, любовь к Грузии, к народу грузинской. И так, как, и до этого, и всегда, это вы не думаете, что я сейчас это, извините за слово, подхалимичу, но это, и вообще у большинства армян, как слышат грузинскую музыку, как танец, это даже наш... Роберт, и музыкос я музыкант, да. Я музыкант, песни пишу. И расскажите нам, да, как вы узнали, что господин Георгий президент Грузии? Вот когда вы это узнали? Это, вы знаете, мы были позапрошлом году с зятем у них дома. Я даже не знал, что он на каком посту. Я спрашиваю, Мзиаджан, а где Георгий? Говорит, да разве мы его видим? Она, видимо, она подумала, что я в курсе. Я в курсе, может, она подумала, что я в курсе, кем он работает. А до этого я не, это, не хочу извиниться. А, нет? Не надо. Раз жена говорит, она умнее меня сейчас. В этом положении она умнее меня. Значит, мы приехали так обратно, как навестили мать, посидели, она угощала нас, и вернулись через пару месяцев, жена увидела там, говорит, слушай, это не наш Георгий, разве, смотри. Он министр просвещения и заместитель, по-моему, вице-премьер. А потом дальше прошла, о, слушай, кандидатуру, вы не представляете, тут еще напротив нас живут ахалкалакские армяне, там частные в секторе.
Они тоже так обрадовались, говорят, как я от радости всем рассказал. Конечно, я не знаю, это стоило или нет. Об этой встрече. Это рассказывать тогда нельзя было, когда я счастье убегал сюда, приходил. Разве я такое сказал? Нет. Я говорю, тогда нельзя было рассказывать, тогда я убегал. Да, да, да. Сейчас можно уже. Советской власти нет, там тех командиров уже. И сейчас нет, теперь держим это. Об этой встрече, как вы узнали? Об этой встрече. Я аккомпаниатор. Сидел там у себя на работе, аккомпанировал как раз лезгинку Арама Хачатуряна. Видимо, в это время звонили меня из департамента. Я был недоступен. Наверное, не слышал, потому что, вы знаете, это такая музыка. И там на доле громко играет. Я, видимо, не слышал. Ты на работе был, да? Я на работе был. Позвонили Гасмику домой. Она сказала, что я на работе. Взяли номер моего телефона. А потом, видимо, не... Забыл номер телефона. Она забила номер моего телефона. Потом перезвонит, спрашивает меня, позвонили тебе из Грузии, из департамента или как, не помню, как они. Говорю, нет, с администрации, да. Я говорю, нет, а что случилось? Слушай, говорит, президент Грузии приезжает в Армению, наш Георгий, извините, что я так к нему так обращаюсь, извините. Батоны Абдулашвили. И это... А я сразу расстрелся, они остальные не слышат, а там человек 30, так наш ансамбль сидит, да? И они думали, что я сейчас упаду, наверное, воды предлагали мне, чтобы, что случилось, товарищ Роберт, товарищ Роберт? Говорю, слушайте, случилось такое, что это даже во сне не приснится никому. А что? И вот я объясню, говорю, да ты что, разве вы знакомы? Да, там я не успел рассказать, наверное, они не в курсе были. Вот так. Пришли домой, Асмик, остальное, может, ты расскажешь. Сейчас. А то я сейчас... Теперь узнали. Сейчас, Роберт, пусть гости говорят. Спасибо. Это вот так. Аля, Роберт, из Фатешори, если ты адамьяне, ну, Беори, если ты ров, Беори, как первый адамьяне, если ты Роберт, ма, у патрона. Манам дэц, а если родесец нахал, да, адамьяне, без, отснагать, знаете, мешо, вот, мухал, да, пошел на патрон, да, если ты кацы, да, если ты уджахи. А, Роберт, я же не такой, я не был. Я каргат песмис. Извините, что лапарак и картулат каргатар. Ицы, баграм каргат песмис. И ты помнишь, вот когда мы сидели, одно стихотворение переводили вместе, я это хотел, чтобы тогда, когда я был молодым, я играл еще в ресторанах, там песню, сейчас эту песню, «Мегопав цветов эшеник зэвис, дэдис эр тавар аргецолэли, шэн цитэли вартиха пунджэпши гашлили, аквавды чэнтвис, им гэрэ чэнтвис». Не знаю, правильно? Ай, беги! Агария! О, сахварэлу ратом мохведи, сайдумно гулис ратом гайде, нам двилис и хварулит мешен михварды, маграм шен, умоц халот ратом гамцвады. Эх, ты ахсилу-силу перевел. Да, на грузинский. Да, на грузинский. Все, у тебя новая программа будет, Дмитрий, я да, это старая Чиканго. Это старая Чиканго. Как зовут она? Это на самом видном месте. Ты знали Джуэли, если ты Цотари, там Чарилину? Советских времен. Да, это наш, я тоже, это, как сказать, с ностальгией, не знаю. Ну, это раз связано все, что с нашей молодостью. Да, это все для нас дорого. И это, а это с руки президента, это значит, на самом... Я не знаю, сейчас удобный ли это, я тоже хочу, Георгий, я подарок умею, от всей души это хочу подарок. Это один из наших хороших художников, он от всей души.